Нашли по горячим следам. В Саратове задержаны подозреваемые в воровстве из крупных сетевых магазинов. Трое человек похищали из торговых центров товары, в том числе фотоаппараты, сотовый телефон и алкоголь. Как выяснили полицейские, этим занимались гости из столицы. В Саратове они жили на съемной квартире. От действий москвичей пострадали несколько гипермаркетов. Двое человек выносили товары, а третий в это время отвлекал внимание охранников. Похищено изъято, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые как минимум дважды посещали крупные сетевые магазины города. Там они складывали похищенное с витрины имущество в тележку, после чего накрывали ковриками и вывозили на улицу к своему автомобилю.